шоп-туры с риском для жизни. В субботу сотрудники отделения технического надзора ГИБДД провели в Иванове профилактический рейд. В центре внимания дорожных полицейских оказались междугородние рейсовые автобусы, доставляющие покупателей из других регионов в текстильные торговые центры. Результаты мероприятия заставляют всерьез задуматься о безопасности подобных туров. За 5 часов рейда удалось проверить 20 автобусов. Почти половина этих перевозчиков, а если точнее 7, нарушали правила перевозки пассажиров. Всего инспекторами выявлены 17 различных нарушений. По части 1 статьи 11.23, это эксплуатация автомобиля с неработоспособными тахографами, выявлено 4 нарушения. Из них 2 со стороны водителей и 2 со стороны должностных лиц транспортных предприятий. 8 нарушений, 8 фактов было выявлено с эксплуатацией автомобилей с техническими неисправностями, при которых запрещается их эксплуатация. 4 материала составлены в отношении водителей и 4 в отношении должностных лиц транспортных предприятий. 1 выявлен факт управления без транспортной документации. И 2 факта. В первом случае это с нарушением проведения обязательного предрейсового медицинского осмотра и контроля технического состояния транспортных средств перед выездом на линию.